Всем привет, это Лиля. Я продолжаю свой дневник. И сегодня, знаете, я, в общем, проснулась такая вообще с полным ощущением, как бы с полным ощущением, что я такой вообще лузер. И лузер не только для себя, но и для своего мужа. Короче, мы в течение года, наверное, вставали каждый день очень рано, занимались йогой, занимались какими-то упражнениями. Ну вот я уже неделю, вы знаете, ставлю будильник и не могу, блин, встать вообще. Конкретно чувствовала себя таким вообще человеком, который ничего не может сделать. И не только я себя как бы подвожу, да, я подвожу своего мужа, потому что он со мной же так же лежит, он видит, что я не стою, и он не встает. В общем, я решила проработать непринятое качество лузер. Хорошо ли это? Потому что... У меня было всегда в понимании, что лузером быть вообще это ужасно и вообще беспонтово. Когда я посмотрела себя через образ, в общем, что я увидела? Я увидела себя такую, короче, лежащую на полу, вообще ничего не хотевшую, одна, в одиночестве, вот. И потом, после проработок, я, в общем, начала больше и больше понимать, ну, то есть проработка заставляет себя находить какое-то классное... качество в том, в негативном каком-то качестве или примере, который вы ищете. Вот, и я начала как бы рыться, копаться и думаю, что же тут может быть хорошего, что же может быть хорошего от того, что ты, ну, считаешь себя лузером, да, или с того, что ты являешься лузером. Вы знаете, мне пришли на ум две женщины, которых я повстречала в своей жизни, и я действительно искренне им немного завидовала. Это одна, это бывшая жена моего брата и, знаете, бывшая жена моего мужа. Вот такие бывшие жены. В общем, эти женщины, ничего не делая, добиваются всего. В общем, знаете, добиваются так, что другие люди им все делают. А они вообще настоящие там лузерыхи конкретные. Вот, но они живут и радуются жизни, и все им классно. Ну, может быть, им не очень классно, но вот я вижу, потому что я даже на своем примере видела, как я на себя взяла там ответственность за ее сына, там, или то же самое, мой брат там пытался спасти эту девушку, в общем, от такой ужасной жизни, и она ничего, ну, как бы сама не делала, она ничего там не старалась. Вот, какие-то либо попытки моей мамы или там каких-то людей, в общем, всегда ложились на нет, но все равно эта женщина каким-то образом выходила, знаете, ну, как бы выглядела классно, там, кушала, там, все, и без всяких там трудов. И я думаю, блин, как бы я хотела так жить вот так, да, чтобы, ну, другие как бы обо мне заботились. И я поняла, что вот в этом и сила и есть, как бы, когда ты являешься лузером, то люди не ощущают от себя... как бы не ставит тебе планку, что ты сам себе ставишь планку, что когда ты что-то, ну, делаешь, у людей нет такого ощущения, что «О, это же Лиля начала делать, значит, это будет там все чики-пуки там на 100%». И когда ты не выполняешь, ты там чувствуешь себя абсолютным там паршивым человеком, да, ты подвел не только себя, но и других. И я поняла, что в этом и есть сила, что быть лузером – это не обязательно быть лузером там, таким ужасным человеком. А быть лузером – это значит, что ты сам для себя ставишь планки, ты сам для себя ставишь цели, и если ты их не добился, то ничего такого страшного нет, потому что все равно ты уже на шаг вперед от тех людей, которые даже не ставят это. Спасибо большое, Мастер Кит вообще дал мне понять. Я хочу посмотреть, как вообще мой день будет сегодня, как я поменяюсь или что-то поменяется в моей жизни. Ну, в общем, вот такие дела. Ребята, а вы считаете себя лузером? Если считаете, то давайте сконнектимся, я помогу вам найти, что именно вас в этом раздражает и какая сила в этом качестве может быть именно для вас полезна. Ну все, всем пока, приятных проработок, люблю вас, пока-пока.